Телеканал КРТ представляє. Ми зараз бачимо ситуацію, коли в нас якраз в Україні немає робочих місць, а в нас повернулися сотні тисяч заробітчан з Євросоюзу та інших країн. І от з вашої точки зору, що буде відбуватися з цим от нашим от ринком праці? Ну, во-первых, власть должна понимать, что самое дорогое, что у нас есть, это не уголь, даже не черноземы, не нефть, не газ, не полезные ископаемые. А самое дорогое, что у нас есть, это люди. И, как правило, к сожалению, вот мировая экономика, она показывает, что страны, потенциально богатые, прежде всего, природными ресурсами, они живут, ну, они не входят в топ-20. Как правило, да, там взять очень богатые страны, Танзания, у которой все есть, там Ангола, Намибия и так далее, от алмазов до урана все есть. А наоборот, страны, у которых ничего нет, но просто политика государства стимулирует вот эти открытия внутренних человеческих ресурсов, способностей, показывают чудеса. Ну, в Японии есть одно полезное ископаемое, которое они экспортируют. Это точильный камень. Понимаете? Да, а в Голландии вообще ничего нету. Вот они дамбу строят, чтобы сделать землю, чтобы теплицу поставить. А что есть в Израиле? И так далее, и так далее, и так далее. Самый богатый штат Соединенных Штатов, Калифорния, по экономике равен экономике Франции. И все, что он продает, это интеллектуальные продукты. Поэтому надо то, что мы экспортируем фактически наши трудовые ресурсы, и до карантина вот, трудовых мигрантов Украина давала 3 200 000 человек. И уже у нас стали трудовые мигранты наполнителями нашего ВВП и вот, основными поставщиками валютной выручки. В прошлом году поступило 12 миллиардов от переводов. Но это же от переводов. А еще же передают там в посылках, как-то передают на личной форме, когда люди возвращаются с собой, ездят, их жены или дети к ним приезжают, проведают, возвращаются. То МВФ наверное, близко не стояв там. Да, конечно, да. То есть, поэтому это трагедия, что ведь что происходит? Мы человека тут, извините, рожаем. Мы тут человека учим за наши деньги в школе, в детском саду, в институте, даем готового специалиста, лечим его все это время на нашей инфраструктуре, на нашей медицине, на нашем образовании, на нашей правоохранительной системе, неважно какая она, но туда есть все расходы. Да? И потом вот этот готовый специалист, получивший квалификацию, сдав тут какие-то курсы, едет в другую страну и создает там добавленную стоимость. Делает там процветание. Это, конечно, позор. Позор для страны, у которой там атомные станции, Днепрогессы, спутники, самолетостроение. Да, было. Было, да. Ну, то есть потенциал научный и промышленный мы показали. Она, знаешь, как мышечная память и вот умственная память, она есть. Если там человек закончил физмат-факультет в прошлом, никогда математикой не занимался, но когда там через 20 лет с ребенком нужно задачу порешать, то он уж вспоминается. Так и тут. Поэтому, к сожалению, вот за этот год до карантина никакой программы возврата, экономической программы возврата мигрантов в Украину не было. И то, что вот сейчас уже заехало порядка 400 тысяч, только вот во время этого карантина вернулось назад людей. То, что сейчас началась массовая безработица, из-за порой она еще отягощена непродуманными, ошибочными карантинными мероприятиями правительства, о которых мы позже поговорим. Но ключевая ситуация для того, чтобы человек сорвался с налаженного уже для него места там, в Польше или в Германии, ему надо тут что-то предложить. Потому что не от хорошей жизни он туда едет, не от хорошей жизни. А что запропонує про Зеленскому Украина таким? Я вам приведу пример. В прошлом году был пик востребованности вагонов. И, например, в Днепродзержинске есть завод «Днепровагонмаш». Я знаю директора. И вот мы с ним рассуждали, вот пик, может, надо вторую смену
вскрывать, что было. Он говорит, мы подумали это сделать. Мы после кризиса еще 2008 года сделали первое сокращение. Второе сокращение был кризис 2014 года. И сейчас вот, чтобы увеличить производство вагонов, это же выгодно, да, надо расширить. И вот начал отдел кадров обзванивать те профессии, ну, разнорабочего найти можно. А, например, электросварщика, который может делать такую узкоспециальную работу. И это же ответственность большая. Это же, чтобы потом это не разлетелось, то, что он сварит вместе с грузом или с людьми. И вот простой пример. Звонят, вот, кто электросварщик, и звонят, говорят, у нас хорошая новость, есть работа, набираем. Он говорит, ну, типа, и какие условия? Ну, вот зарплата будет, высокая зарплата, 20 тысяч гривен. Он говорит, вы знаете, я уже после последнего увольнения второй год работаю во Вроцлаве электросварщиком, я получаю 1500 евро. И, ну, 20 тысяч гривен, конечно, но поменять на 20 тысяч гривен Днепродзержинск и 1500 евро Вроцлав, я делаю все, сейчас готовлю документы на семью, чтобы семья переехала ко мне сюда, во Вроцлав, всю ситуацию. То есть люди начинают, мы не просто дали вот такую за эти годы вот этого грабежа страны и такой политики, мы не просто дали трудовых мигрантов, мы фактически, надо это по-другому называть, мы начали, синициировали волну миграции украинцев. Та волна, которая была в начале прошлого века, когда люди выезжали в Канаду и создали там диаспору, да, вот мы сейчас продолжаем, мы сейчас создали новую волну, потому что вот все сигналы, которые идут от правительства, все эти, офис президента же это поддерживает, экономический блок офиса, да? Потому что президент в итоге потом эти законы подписывает, да, вот там фискализация физических лиц предпринимателей, да, ухудшение ситуации. Тобто робить все для того, щоб більше людей поїхало за кордон. Вот таке чувство, що видавлюють людей. Але ж, постривайте, я чув, що там 500 тисяч робочих місць все ж таки приготував уряд Шмигаля, і от вони будуть будувати дороги, будуть в інфраструктурних проєктах на зарплаті 8 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Як вам такий все ж таки аргумент, щоб наші заробітчани все ж таки залишалися в Україні? Шмигаль дословно сказав так. У нас з мая місяця почнеться послаблення карантинних условий, прежде всего, що касається общественного транспорта, і, от конкретно так звучало, і за счет этого возникне 500 тисяч робочих місць. Тобто тих людей, які зараз уволили на время карантину, они просто вернутся назад. Ну, вот так это звучит. То есть, вот это, знаете, это уже мы в очень такие в тяжелую риторику входим. Это было у Адольфа Гитлера. Это же его метод сделать народ счастливым. Для того, чтобы сделать народ счастливым, его нужно вначале сделать очень несчастным, а после этого чуть-чуть отпустить.